Редакция «Момент истины» продолжает исследовать наследие кровавых 90-х. Сейчас в очереди Саранск. Редакция «Момент истины» стала известна об одном судебном процессе, который проходит сейчас в Республике Мордовия, где на скамейке подсудимых якобы оказались члены бывшей крупнейшей ОПС. Так ли это? Об этом мы поговорим сегодня с корреспондентом «Момент истины» Евгением Гневшевым. Банда «Юго-Запад». Чем она отличалась в Мордовии? Жестокостью. Группировка «Юго-Запад» появилась в Мордовии в конце 90-х, быстро став одной из самых влиятельных и авторитетных в регионе. Бандиты обложили данью не только мелкие фирмы, но и крупные бюджетные предприятия. С теми, кто не хотел платить, жестоко расправлялись. Разгром преступного сообщества начался в 2006-м. Один за другим были задержаны лидеры всех филиалов группировки, а вскоре первые уголовные дела о деятельности участников ОПГ «Юго-Запад» дошли до суда. ОПС уничтожен. Получили все награды, медали, ордена, да, звания. Да, да. Все получили по заслугам. И преступники, и полиция получили все, отлично, все по заслугам. Все отлично. Да. Дальше что? Но и вот тут появляется это интересное дело об убийстве Козлова. За убийство Игоря Козлова, совершенное 22 июня 2002 года в Саранске, на скамье подсудимых оказались Алексей Мирошниченко, Сергей Хлучин, Алексей Бычков и Наим Бикмурзин. По версии следствия, они состояли в преступном сообществе «Юго-Запад». Никто из подсудимых, кроме Бикмурзина, не признал себя виновными. Все обвинение основывается на показаниях так называемых «тайных свидетелей». Ни мой муж, ни Хлучин, ни Бычков в свое время, когда шла... Имя вашего мужа хотя бы раз озвучку. В общем, шел судебный процесс, получается, рассматривали уголовное дело по преступному сообществу, людей осудили, много народу осудили. Ни разу фамилия нашего мужа ни разу не прозвучала. Но хотя этот Нуянзин давал показания много раз, он много раз участвовал в судах свидетелем. Ну, все вот этот Нуянзин, Бикмурзин, да, все остальные. Они, Бикмурзин признан же член, конечно, по суду, да, член ОПС. Да. Наим Бикмурзин – единственный из подсудимых, кто признал свою вину. Вот уже более 10 лет он отбывает наказание за преступления, совершенные в составе банды «Юго-Запад». Бикмурзин вышел бы в 2020 году. Зачем ему признаваться в убийстве? Да, он, по моим подсчетам, он в феврале 2020 года он должен выходить. И за все вот эти вот подписи, которые он во всех допросах, его допросов тоже было много, потому что они время за время, вот проходит месяц, они меняют показания, у них какие-то там нестыковки в делах, тут Бычков еще появляется, им нужно было все это менять. Ему же за это убийство обещали год или два. И если нас посадят, он через... Не удивлюсь, если через полгода он выйдет. Как это случилось после убийства Варакина. На скамье подсудимых Евгений Славцов, Денис Исланов, Алексей Фудин и лидер группировки Владислав Печников. Всем им предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия и убийстве своего оппонента из другой ОПГ Сергея Варакина. Кто берет вину на себя, им обещают очень маленькие сроки, как вот было по убийству за Варакина, которое было накануне того убийства, в котором обвиняет моего супруга. Вот фигурантам того дела дали всего 2 года к имеющимся срокам, которые они отбывали. И суд апелляционной инстанции 2 года снизил им до года. Так что же это значит? По показаниям тайных свидетелей можно посадить кого угодно? Вы знаете, к сожалению, наш уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что человек, одно из оснований задержания человека по подозрению в совершении преступления, это когда свидетели прямо покажут на него, как на лицо совершившее преступление. Это прямо указано в УПК Российской Федерации. Недобросовестные сотрудники правоохранительных органов иногда этим пользуются. А что за история со свидетелем Балашовым? История с Балашовым, конечно, с самого первого дня была странная, потому что именно только ее показания легли изначально в основу. Она говорила, что видела 2 парней. В руке какой-то предмет, похожий на оружие. Видела только одного.
невысокий рост, зеленый спортивный костюм, и бежал он в сторону института. Это в 2002 году? Это в 2002 году, да. А сейчас вот у нее, значит, уже видела двоих парней. Откуда она тут вспомнила про второго через 17 лет? Добрый день, Елена Викторовна? Она самая. Вас беспокоит редакция «Момент истины». Скажите, почему вы поменяли показания в 2018 году? Говорить я не могу ничего сказать и не буду ничего пояснять. Потому что я 3 раза ходила в Следственный комитет сюда. Так уточнить, я говорю, я ничего не помню, вообще ничего не помню, и ничего уточнять не буду. И в суд я не приду, потому что я просто не помню, было 20 лет назад, что я говорил тогда, по свежим следам надо посмотреть. Но может быть так, а может быть не так. Но вот вы помните, и в протоколе у меня во втором было написано, я не помню, может быть, я не помню. Я сказала сразу, я говорю, вы меня в суд не вызывайте, потому что я в суде скажу, я не помню. Угу. Показания, раз у меня расходятся 20-летней давности, значит, я уже не помню, значит, я уже точно не уверена. А я и во всех этих моментах, я и говорила, что я не могу вспомнить, ну, вроде бы так. Для меня, ну, практически с первых дней стало очевидным, что органы предварительного следствия не собираются объективно проводить расследование, проверять все имеющиеся версии. Это не только потому, что я являюсь адвокатом, защитником, как бы противоборствующей в процессуальном смысле слова стороной по данному делу. На это меня натолкнули объективные сведения. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Как ваш муж попал в это дело? В декабре 2018 года к моему супругу на работу приходил бывший член УПГ «Юго-Запад» с требованием переписать бизнес на лиц, которых он укажет. Мой муж отказался, в связи с чем он в его адрес высказал угрозы о том, что у него будут проблемы. И он отказался? Мой муж все равно ему отказал, и получается, в феврале месяце, спустя вот какое-то время, моего супруга задержали и предъявили ему как бы участие в данном деле. Хочется отметить, что данное дело... Меня удивляет то, что бандит, пусть бывший член ОПС «Юго-Запад», приходит и не угрожает расправой. Это бандит 21 века. Он угрожает уголовным делом. Растет правосознание наших бандитов. И он сдерживает свое обещание. Зачем создаются подобные ситуации? Такие ситуации используются для того, чтобы отобрать бизнес. То есть, если человека по экономической статье привлекать к уголовной ответственности, нужно еще обосновать его водворение в следственный изолятор. Возможно, апелляционная инстанция отменит это решение, либо кассационная. Но проще всего человека подвести под общеуголовную статью. К вам еще приходили, угрожали? Когда супруга арестовали, к нам поступали предложения, помимо того, чтобы переписать доли, в противном случае на него будут заведены еще, ну, как бы новые другие уголовные дела. Мое видение, что люди занимаются в этой все интригующей истории, они таким образом зарабатывают какие-то баллы, силовики. Бандиты зарабатывают себе, возможно, на вымогательстве, потому что они могут каждому подойти и сказать... С помощью полиции? С помощью полиции, конечно. Они могут сказать, вот ты сейчас нам не заплатишь столько денег, мы тебя посадим. Вот. То есть часть бандитов наверняка гуляет еще. Конечно. И они, я наверняка думаю, что вот там, знаешь, возможно, они... Такое сотрудничество удобное. Наверное, возможно, они за нас-то хотели кого-то другого посадить. Возможно, там откупился кто-то. В 2006-м Министерством внутренних дел была организована крупномасштабная операция по ликвидации преступной группировки «Юго-Запад». В офисах и квартирах участников банды
были обнаружены многочисленные вещественные доказательства, подтверждающие их преступный характер деятельности. Фамилия, имя, отчество. Затем, надо так. Доктор Дмитрий Сергеевич. Шпанов Алексей Александрович. Мартин Алексей Михайлович. Кирасин Игорь Николаевич. Задержания и обыски прокатились по всему Саранску. Шигуров Игорь Николаевич. Токарев Владимир Николаевич. Почти 50 участникам группировки предъявлены обвинения. Романов Владимир Петрович. Бандитизм, убийство, вымогательство. Все самые тяжкие статьи Уголовного кодекса. Хорошо, Мирошниченко. Где его были финансовые благополучия? Вы мне еще скажите, почему после убийства он идет на завод, Саранский кабельный завод, и стоит у станка с 7 до 7? Вы мне скажите, для чего это было нужно? Следующий. Какого вы бандита знаете, который пошел работать на завод? Алексей работал на заводе, работал на хлебзаводе грузчиком, он пытался прокормить семью. Почему он не пользовался теми благами, которые давал Печников? Ужас, что произошло, до сих пор не верится, до сих пор непонятна вот эта ситуация, что это такое, почему, как так возможно, без каких-то там документов там или что-то. Просто пришли люди и со слов каких-то людей, непонятно каких, просто забрали Лёшу. Доброго парня, который возился со своим ребенком, да, его растил, а ребенок достаточно маленький, он с ним гулял, он его укладывал спать замечательно, причем у него это получалось в течение минуты. Это был шок и неожиданность очень. Прокуроры по этому делу, они же должны следить за законностью. Обвинитель по этому делу Русяев Иван Александрович имеет 25% в ООО «Гидравлика». Активно занимается предпринимательской деятельностью. А, ну то есть это, как я понимаю, тоже такой вот мордовский вариант, да, гособвинения. Да. Есть мордовское следствие, это мордовские бандиты. Прокурор-бизнесмен. Наша редакция направила запрос в Генеральную прокуратуру, жалобу на действия местных прокуроров. Генеральная прокуратура получила провести проверку по данному вопросу и установила свой контроль. Пока готовился фильм, из прокуратуры Республики Мордовия пришел ответ. Прокурор Русяев И.А. уволен по собственному желанию. Ровно через 6 дней после нашего обращения. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Много вопросов. Главное, кто стоит за этим. У нас и ответы скоро будут уже однозначно, потому что таких громких заявлений я не могу говорить. Но точно знаю, что его пытаются обвинить в преступлении за чужих людей. Люди просто уходят от ответственности, взвалив это преступление на других. У вас есть свидетели, готовые подтвердить это? Конечно, свидетели с нашей стороны будут. Конечно, если нас захотят выслушать. Журналисты с ними смогут поговорить потом? Да, обязательно. Да, чуть позже, когда уже не будет такой опасности, мы обязательно их... Сейчас вы просто не хотите их показывать. Да, мы боимся. Мы хотим, мы очень хотим, но мы боимся. И свидетели боятся. И зная их возможности... Мы очень переживаем, что просто они не доедут. Их просто, проблемы какие-то могут возникнуть у людей. Прятать лица не имеет смысла. Их знают практически все бизнесмены города Рузаевка. Эти бойцы филиала группировки «Юго-Запад» держали в страхе целый город. Некоторые свидетели и в судебном заседании отказались от дачи показаний, поскольку боялись подсудимых. О чем они прямо высказались в судебном заседании? Что предпримет редакция? Редакция напишет жалобу на имя Бастрыкина. Добьемся личного приема? Мы будем просить, чтобы на личный прием попал супруга Алексея Мирошниченко. И хочу обратиться
руководитель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин Александр Иванович. Уважаемый Александр Иванович, я многократно пыталась вам попасть на прием, но пока безрезультатно. Мне нужно вам рассказать, как фабрикуются уголовные дела в Следственном комитете Республики Мордовия. Журналисты редакции продолжают пристальное изучение данного дела. Еще не все свидетели, опрошенные нашими журналистами, не все согласились дать показания. Идет очень длительная и кропотливая работа. Мы делаем то, что должны были сделать следователи. После того, как мы получим ответы на наши жалобы, после того, как мы опросим всех свидетелей, мы еще вернемся к этой теме.